Здравствуйте, это видео записывается для канала «Все о стиральных машинах». И я хочу рассказать свой опыт использования стиральной машинки Хайберг. Изначально мы даже не рассматривали покупку такой модели. Мы выбирали из модели LG или Bosch, потому что уже был опыт использования данных стиральных машин. Но в магазине консультант нам предложил рассмотреть именно эту модель, так как у них и сборка, и детали все китайские. То есть уже в Россию приезжает полностью готовая собранная стиралка. Мы с мужем немного подумали и решили купить эту машинку, потому что еще дополнительным плюсом было, это довольно-таки бюджетный вариант. Стоила она порядка 18 тысяч. Вот, что хочу еще рассказать про стиральную машинку. Вот так вот она у меня включается. У нее есть смешанная стирка, синтетика, детские вещи можно постирать, быстрая стирка, полоскание отжим, можно пуховое одеяло постирать, шерсть, нижнее белье, спорт, эко и режим хлопка. В этой стиральной машинке можно выбрать температурный режим от 20 до 90 градусов. Можно выбрать количество оборотов от 400 до 1000. Максимально у нее 1000 оборотов. Но можно поставить и меньше. Также на этой стиральной машинке можно отложить стирку, то есть закинуть вещи с вечера, а постираются они уже с утра. Вот. Машинка узкая, но у нее довольно-таки объемный и вместительный барабан. То есть заявленные 6 килограммов здесь легко поместятся. Стираю я этой машинкой 2 раза в день в среднем. Бывает такое, что раз в день. Такого, чтобы не стирала, не бывает. Стабильная ежедневная стирка. И пока у меня к этой машинке нареканий не было. Я стираю на режиме смешанной стирки. Вот, она стирает час 6 минут. Чем мне нравится эта машинка, то что у нее есть режим быстрой стирки 15 минут. То есть, если у меня стирались до этого какие-то рабочие вещи, там, или сильно загрязненные вещи после детей, а потом нужно постирать постельное белье, то, пожалуй, я запускаю режим быстрой стирки. У меня машинка прополаскивается, и потом я забрасываю уже более светлые, чистые вещи. Вот так вот она у меня работает. Сейчас мы ее запустим на режим быстрой стирки. Она не шумная, как по мне, она не шумная. И она не вибрирует, не подскакивает. Мне машинка очень нравится. Минусов каких-либо я пока не отметила. Я пользуюсь где-то 3 недели. Как я уже говорила, стираю 2 раза в день. Минусов нет. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.